Читает историю Малайзии, учит языки и пишет свою книгу. Об этом поведал журналистам посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров. Говоря о назначении, он опроверг информацию о том, что получил должность взамен на уход из политики. Мен аяка жүйүм барбайм, кызым. Биздин өкмөттүн, биздин мамлекеттин Малайзияга эмне? На время службы я отстранюсь от политики, но буду за ней следить со стороны. Если не будет хватать специалистов и меня позовут на должность, то я не буду против. Я, как и раньше, буду преследовать ранее поставленные цели и продвигать свои цели. Ответил он и на заявление Мадумарова, где лидер партии «Бүтүн Кыргызстан» сказал, что некоторых политиков власти подкупают должностями. «Он и я крикуны, но я отличаюсь от него, так как я не подписывал некоторые документы», — сказал посол и перечислил документы, на которых стоит подпись Мадумарова. Вот документы. Это передача кыргызских земель, как Каркыра, Маймак, казахской стороне. Это меморандум об аренде земли в Баткене. Это передача 4 участков на озере Сыколь Казахстану, которые теперь являются анклавом. Мадумаров более умный, более красивый, более молодой крикун. Но я отличаюсь от него. Я не подписывал документы, которые он подписывал. «Наш президент победил диктаторский режим Атамбаева. Именно поэтому я поддерживаю первого», — сказал Бекназаров. «Считаю его реформатором и верующим человеком, поэтому я ему верю». Биз ошол жадагы үйбүлөлүк башкару, президенттин жакындарынын башкаруусун, авторитардык режимди. Из всех президентов страны Сооронбаю Жээнбекову я верю. Он пока чист и боится Бога. Он говорил, что не допустит семейно-клановую власть. Сейчас посол занимается творчеством и пишет книгу, которую собирается презентовать перед отъездом. Жибек Шыршымбиева, Нурдан Карыпбеков, «Пирамида».